Белоглинский район встретил 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 25 января на центральном мемориале села состоялся митинг памяти. 77 лет прошло с тех пор, как наше село было освобождено от немецко-фашистских захватчиков. Вот уже подрастают правнуки тех, чья юность опылена войной, а память о далеких днях волнует наши сердца. Глава Белоглинского сельского поселения Алексей Тубаев адресовал ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла слова благодарности и признательности за мужество, героизм и отвагу, мир и свободу. Радость освобождения досталась дорогой ценой. Мы всегда будем помнить тех, кто проявил стойкость и мужество, делал все, чтобы как можно быстрее изгнать врага с родной земли. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за героизм, участие и помощь в патриотическом воспитании молодежи. Примите сердечное пожелание крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, мирного неба над головой. Заместитель военного комиссара по Новопокровскому и Белоглинскому районам Юрий Куракин, обращаясь к участникам митинга, поздравил с Днем Освобождения. Напомнил историю оккупации, которая длилась почти полгода. Подразделение 14-й армии под командованием генерала армии Хоменко, в состав которой входила 271-я дивизия, 25 января вошли в село Белая Глина. В этот же день село Белая Глина и Белоглинский район были полностью освобождены от фашистов. Это был первый район Краснодарского края, который был освобожден. В Краснодарском крае проходит всекубанская акция «Наша Великая Победа». Белоглинский район подготовил две капсулы. В одной собрана земля с братских могил, мемориалов, мест боев и захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В другой запечатано послание потомкам. Вскрытие капсул с посланием планируется провести в торжественной обстановке 9 мая 2045 года, в день столетней годовщины Великой Победы. Белоглинский район присоединился ко всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которая проходила во всех регионах страны с 18 по 27 января, дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Акция памяти «Блокадный хлеб» – напоминание о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Символ акции – кусочек хлеба весом 125 граммов. Именно столько получал каждый житель Ленинграда в блокадные дни. Минутой молчания почтили белоглинцы память погибших героев Великой Отечественной войны. Возложили цветы к вечному огню.